Здравствуйте, друзья! Сегодня я приготовлю вкусную, быстро питательную картошечку с ребрышками, запеченными в духовке, в жаровне. Подобных рецептов в интернете сотни, и, наверное, не стоило бы снимать этот ролик, если бы не один маленький мой секрет, который кардинально меняет вкус готового блюда. Из расчета на 2 нормальных порции я начистил картофель, 6 больших картофелин. Приготовил 600 грамм свиных ребрышек, яйцо, полстакана растительного масла, 3 головки чеснока. Притом, полностью я очистил только одну головку, а 2 остальные очистил только от внешних чешуек. Понадобится 100 грамм сливочного масла, горчица, соль, специи. И перво-наперво готовим маринад. В стакан блендера выливаю растительное масло, лью яйцо и начинаю взбивать как бы майонез. Добавляю по 1 чайной ложке соль, горчицу, уксус, черный молотый перец и половину чайной ложки сахара. Сюда же бросаю несколько зубчиков чеснока. Взбиваю все. И выливаю в этот майонез растопленное сливочное масло. Это и есть моя фишка. Вкус топленого сливочного масла придаст совершенно особый вкус и картошке, и ребрышкам. Картофель я нарезаю толстыми кружочками, высыпаю в большую миску картофель и мясо и перемешиваю с маринадом. В противень плотно укладываю картошку. Сверху раскладываю ребрышки. Друзья, я не планировал паприки, потому что здесь главное не увлекаться специями, чтобы не перебить вкус масла. Но жена вот стоит, снимает. Я говорю, паприки хочу, паприки хочу. Ну, на тебе паприки. Женя, лайк, а мне комментарий. Украшаю головками чеснока. Первое, так вот, аккуратненько защипываем фасоль. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Через 35 минут снимаю фольгу, поливаю ребрышки выделившимся соком и жиром и снова отправляю в духовку на 5-10 минут для подрумянивания. Ну вот вам и вуаля, и салями в одном блюде. Как говорил один герой, чтоб я так жил. А тебя, уважаемый, я попрошу поставить лайк, а еще лучше написать комментарий. Готовил-то я для себя, но ролик снимал именно для тебя, чтобы твоя жизнь была вкусной. Подписывайся на канал и получай рецепты всяких вкусностей. Спасибо за просмотр!